Дорогие друзья, братья и сестры, в этот особый торжественный день я хочу поздравить всех вас с праздником Воскресения Иисуса Христа. Но мы собрались не только для того, чтобы поздравить друг друга. Мы собрались для того, чтобы провозгласить эту истину всем, кто находится здесь, в этом зале, всем, кто смотрит нашу трансляцию в Сиэтле, в Вашингтоне, в Америке, во всем мире. Мы хотим провозгласить истину. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И да наполнит наши сердца в этом собрании. Мы хотим радоваться и ликовать. Это истина о том, что Он живой сегодня с нами. Давайте преклоним наши головы, помолимся и попросим благословения на это собрание. Господь наш воскресший, мы преклонились перед Тобою, мы радуемся и торжествуем, и мы возвещаем истину о том, что Ты воскрес, Ты победил смерть, Ты сегодня живой Господь, глава церкви, Ты победитель смерти и ада, и Ты с нами сегодня. Мы благодарны Тебе за то, что мы радуемся тому, что Ты одержал эту победу. Мы радуемся тому, что мы знаем Твою истину. Мы прославляем Тебя, Господа нашего, который умер, был погребен и воскрес. И мы знаем, что Ты грядешь. Ты скоро придешь для того, чтобы судить этот мир. Но мы спасены Тобою, благодатью Твоею. Мы спасены, и поэтому мы радуемся в этом дне. Благослови, Господь, нас. Помоги, чтобы слава была достойной. Благослови всех, кто будет участвовать в этом собрании. Петь, проповедовать, рассказывать. И всех нас благослови. Мы церковь Твоя. Мы торжествуем, мы радуемся и поклоняемся Тебе, Господу нашему. Аминь. Давайте мы все вместе споем троекратным «Христос воскрес из мертвых». Воскресение Иисуса Христа – это чудо, это особое событие, и это радостное событие. И поэтому в этом собрании мы хотим провозглашать эту радость. Давайте мы все вместе общим пением споем эту радостную весть. «Свершилось чудо воскресения».
Это утро дрожала земля, словно мертвые пала вдруг стража. С неба ангела Бог не спаслал, о победе Христа Он расскажет. Он воскрес из смерти расторгнув. Свет спасения для нас воссиял, отражен победитель, Сын Божий. Посмотрите, гробница пуста, чудным образом камень отвален. Ангел женщинам весь возвещал, вот пелены как знак вам оставлен. Он воскрес из мертвых восстал, воскрес из смерти разоргнут. Свет спасения для нас воссиял, от сражен победитель, Сын Божий. И сегодня-то сердца наши снова. Вы стремится хвалебная песнь тем, кто знает Иисуса живого. Он воскрес из мертвых восстал, Он воскрес из смерти расторгнул. Спасение для нас воссиял, от сражен победитель, Сын Божий. Для людей воскресенье Христа — это жизнь и победа. Сердца, это новая эра неделя. Он воскрес из мертвых восстал, Он воскрес из смерти расторгнул. Свет спасения для нас воссиял, Сын Божий.
Дорогие друзья, братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Мы будем читать знакомый нам отрывок из Евангелия от Иоанна с 20 главы. Большой отрывок, у вас будет время открыть. 20 глава с 1 по 18 стих. Включительно прочитаем. Братья и сестры, вы знаете, когда ощущается великая разница между людьми, верующими в воскресение, и неверующими в воскресение? На похоронах. Когда человек верующий умирает, когда человек оставляет эту землю, у него есть, и у людей, которые его провожают, есть надежда. И поэтому на таких похоронах нету слез отчаяния. Есть слезы расставания, но нету отчаяния. Есть надежда. И эта надежда в Господе нашем Иисусе Христе. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в одном в белом одеянии сидящих, одного у главы и у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Братья и сестры, воскресение Иисуса Христа – это наше оправдание. Это праздник, который подтверждает, что наша вера не напрасна, не тщетна. Когда-то Асаф задавался таким вопросом: «Не напрасно я ли очищал свое сердце, омывал в невинности руки мои?» И, может быть, среди нас есть люди, которые иногда в сомнении думают: «Может быть, я не прав, может быть, я что-то не так сделал, может, я напрасно воздерживался от всего, старался жить свято, боролся, верил и ждал». Друг дорогой, не напрасно, не напрасно. Иисус Христос сказал: «Я живу, и вы будете жить». Я живу, и вы будете жить. И мы живем этим упованием, мы живем этой надеждой, ожиданием того момента, когда живой наш Господь Иисус Христос возьмет нас к себе, и мы будем вместе с Ним. Президент Джордж Буш-старший как-то писал в своих мемуарах о жуткости тьмы безбожья в Советском Союзе. В
1982 году он был на похоронах Леонида Брежнева. И Джордж Буш писал, что он обратил свое внимание на вдову генсека Викторию Брежневу. Она стояла у гроба своего мужа до последней минуты. И когда солдат прикоснулся к крышке гроба, чтобы закрыть этот гроб, женщина наклонилась над телом своего мужа и по-православному перекрестила его, что на то время не разрешалось и нельзя было делать. Она перекрестила своего мужа. И Джордж Буш пишет, там, в цитадели светской атеистической власти, жена человека, который руководил всем этим, надеялась, что ее муж ошибается. Она надеялась, что есть другая жизнь, и что эта жизнь лучше всего представлена Иисусом, умершим на кресте, и что тот же Иисус может помиловать ее мужа. Каждому человеку хочется уцепиться за хоть какую надежду. Когда жизнь заканчивается, когда, кажется, безысходность наступает, хочется иметь надежду. Братья и сестры, как мы счастливы, что мы веруем в Иисуса Христа. Как мы счастливы, что мы знаем Господа. Ведь воскресение Иисуса Христа показывает, что наше свидетельство правдиво, наша вера имеет смысл, и мы живем надеждою. Некоторые люди говорят, что неважно выделять дни и события, но мы сегодня празднуем, мы сегодня отмечаем, мы вспоминаем эти прекраснейшие события – воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Почему это дорого? Почему это важно для нас? Первое, братья и сестры, потому что это особенный день, когда люди в этот день верою принимают Иисуса Христа в свое сердце. Мы прочитали, что Мария Магдалина прибежала к Петру и Иоанну и говорит, что гроб пустой. Петр и Иоанн вышли из дома и направились ко гробу. Уже через несколько минут они не шли, они бежали, написано. Эта вещь, что Иисуса Христа нет во гробе, перевернула все их сознание. Они вспомнили, что говорил им Учитель, когда был с ними, но им нужно было проверить, нужно было убедиться, удостовериться. И когда вера очень слаба, работает видение, хочется увидеть. И вот они приходят ко гробу, они видят гроб, они входят в гроб, и то, что они там увидели, дало толчок их веры. Евангелист Иоанн так и записал: «И уверовал, когда вошел во гроб, и уверовали». Да, в жизни учеников было несколько моментов, когда они исповедовали божественность Иисуса Христа, но не до конца верили. Даже само исповедание Петра однажды: «Ты Христос, Сын Бога Живого, пусть все отрекутся от Тебя, но только не Я». Но, казалось, в сердце чего-то не хватало. Это было исповедание, это были правильные, красивые, хорошие слова, которым нужно подражать. В них была где-то вера, но не совсем глубокая, настоящая, полная вера. Нужно было зайти во гроб, нужно увидеть пелены лежащие, и плат, который был на голове Иисуса Христа, лежащий особо в стороне, чтобы убедиться в почерке Иисуса Христа, чтобы убедиться, что Его там нет, что Он воскрес, и увидели, и уверовали. Апостол Петр в своем послании, в первом послании, 1 глава, 3 стихом, запишет такие слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То, что Иоанн здесь называет «уверовали», апостол Петр называет «возрождением к упованию живому».
Братья и сестры, праздник воскресения Иисуса Христа – это великий праздник. Это праздник, когда слезы печали и разочарования сменяются на слезы радости. Удивительное поведение Марии Магдалины. Как минимум два раза в этот день она шла ко гробу и обратно бежала, чтобы что-то сказать ученикам. Если вообще посмотреть на эти события утра воскресения, то мы увидим вот этот, что подчеркивается, побежал, побежала, побежали, движение, жизнь, радость, эмоции, вот восхищение, новость, которую хочется поделиться, сказать, рассказать, кого-то утешить. Нельзя оставаться спокойно, в спящем состоянии. Нужно бодрствовать, нужно бежать, нужно говорить. Евангелист Марк описывает, что в первый раз Мария Магдалина шла ко гробу с Марией Яковлевой и Соломией, когда еще было темно. Женщины в последний раз хотели что-то сделать для своего Учителя, для своего Господа, для Иисуса. В пятницу его положили во гроб, в субботу нельзя было ничего делать по закону. Понедельник – это уже был четвертый день, когда не рекомендовалось входить во гроб. Мы читаем с истории с Лазарем. Остается только воскресенье. Рано поутру женщины идут ко гробу. Идет Мария Магдалина. И, братья и сестры, когда подумаешь над ее состоянием, когда подумаешь, что она испытывала и переживала в то время, какая буря, какая боль в сердце ее наполняла. Ведь Иисус Христос, написано, из нее изгнал семь бесов. Учитель стал для Марии не просто избавителем, утешителем, защитником. Он стал для нее смыслом всей ее жизни. И тут его не стало. Она видела, как его судили. Она видела, как его распинали. Она видела, как его положили во гроб. И она шла, чтобы еще раз увидеть, еще раз какую-то дань принести своему Учителю, Господу. А тут его нету во гробе. Она стояла и плакала. Когда мы читаем повествование вот женщин, которые и шли ко гробу, и ангел им явился, то написано, что они увидели вот этого юношу, облеченного в белую одежду, они побежали обратно, они испугались, но не написано, чтобы кто-то из них кому-то что-то сказал. Но не Мария Магдалина. Она сказала. Она всем рассказала, что нет тела во гробе, что она услышала эту весть, но у нее еще и сомнение было. Она говорит, ну не знаю, где положили его. А потом вернулась к пустому гробу, стояла и плакала. И, как я сказал, никто не знает, как она прожила эти несколько дней. Она переживала, она все обдумывала. Но в один момент она с радостью восклицает: «Равуни! Учитель, Господь». Праздник воскресения Христа – это праздник, когда слезы разочарования, слезы печали сменяются на слезы радости. Этот праздник свидетельствует о том, что умершие не исчезают, что верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. И поэтому в этом празднике и обещание, и надежда, что мы опять увидим умерших, наших умерших, и поэтому не нужно скорбеть, как не имеющие надежды. Но вот надежду выразил Иов, что Искупитель восстановит вновь истлевшие, распавшиеся ткани, и всякий мертвый человек восстанет, и в славный час искупленных своих Бог воскресит и осчастливит их. Древние веровали, люди Нового Завета веровали, и мы продолжаем веровать в воскресение. Праздник воскресения, братья и сестры, это праздник, напоминающий нам об отцовстве Бога. Воскресший Господь дал повеление Марии передать
ученикам, своим ученикам такие слова, такие повеления: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мне кажется, этими словами Иисус Христос еще раз хотел напомнить своим ученикам то, чему Он учил их, о том, о отцовстве Бога, что Бог принимает их через веру в Иисуса Христа. Помните, Он однажды их молил, учил молиться: «Отче наш, сущий на небесах». И сейчас Он говорит: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». В этих словах и отголосок первосвященнической молитвы Иисуса Христа. Иоанна 17 глава 21 стихом так написано: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, и да уверует мир, что Ты послал Меня». Братья и сестры, воскресение Иисуса Христа для нас, для Церкви, это очень великий праздник. Это праздник, который говорит нам о нашем усыновлении. Мы были некогда без Христа, мы не знали Бога, но Христос, через Иисуса Христа, мы получили это усыновление. И мы можем называться братьями и сестрами, потому что у нас один Отец, и кровь Иисуса Христа сроднила нас. Мы уже не чужие. Праздник Пасхи – это не что-то далекое, еврейское, не совсем понятное для нас и, может быть, даже не имеющее отношения к нам. Праздник Пасхи – это наш праздник, поэтому нас много здесь в собрании, поэтому мы здесь, чтобы вспомнить эти события, возрадоваться и прославить Господа и Бога нашего. Апостол Павел много пишет в своих посланиях об усыновлении. Ефесянам 1 глава 4 по 5 стих: «Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Или Римлянам 8 глава 15-16 стихи: «Мы приняли Духа сыновления, которым называем Ава Отче, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Иисус говорит: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». И, братья и сестры, слава Богу, что эти слова напрямую относятся и к нам. Слава Господу за Его воскресение! Слава Господу за надежду, которую вселил Он в наше сердце! Слава Господу за эту возможность и в этом году, и в этот день, в этом собрании отмечать, праздновать это радостное событие! Ведь праздник Пасхи – это когда люди верою принимают Иисуса Христа. Праздник воскресения Христа – это праздник, когда слезы печали и разочарование сменяется на слезы радости. Праздник Воскресения – это праздник, напоминающий нам об отцовстве Бога. Но, дорогие друзья, к сожалению, есть люди, которые ожесточили свое сердце, они сделали его жестоким, потому что не захотели уверовать, потому что не захотели принять эту весть. И у них всегда будет объяснение, даже воскресение мертвых. Иисус рассказал историю про богача и бедного Лазаря. И там Лазарь, находясь в муках, в пламени огня просит: «Отче Аврааме, пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они не попали в это место мучения». Лазарь или Авраам говорит: «Нет, даже если кто-то из мертвых воскреснет, не поверит». Вот так люди поступают. Вот так люди принимают истину. Вот так люди выбирают не верить. Возможно, и в нашем доме молитвы, возможно, и ты, дорогой слушатель, кто слушает наше собрание сегодня, тоже ожесточил свое сердце. То есть не принял вести воскресения в свое сердце. Если это так, я хочу призвать каждого из вас: посмотрите в гробницу. Она пуста. Христос воскрес. Он живой,
Он может быть вашим спасителем, или он будет вашим судьей. Поэтому очень важно в такие праздничные дни не просто радоваться, но проверять свое сердце, в каком отношении я нахожусь. Слава Богу за радостный праздник воскресения Иисуса Христа. Я хочу призвать всех нас, братья и сестры, чтобы мы поклонились Господу, чтобы мы прославили Его, чтобы помолились Ему. Аминь. Господь, сердечно я Тебе благодарность за этот прекрасный день нашей жизни, за то, что в спокойствии и мире мы можем прийти в дом молитвы и слушать Евангелие, слушать о том, Господь, что Ты так возлюбил мир, что пришел на эту низкую землю, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть для нашего оправдания. Господи, Твое воскресение и то, что Ты воскрес, и Ты, Господи, говоришь, что Ты живой, и мы будем жить, это великая радость и утешение для нас. Это укрепление веры нашей. И мы хотим, Господь, жить с Тобою и сейчас, Господь, и в вечности пребывать. И мы хотим прославлять Тебя, потому что понимаем, насколько велик подвиг, который Ты совершил из любви каждому из нас. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны за эту возможность быть сегодня в Доме молитвы. И хотим, Господь, прославить Тебя. Поэтому нуждаемся, чтобы благодать Духа Твоего Святого была на каждом участнике этого собрания. Мы нуждаемся, Господь, чтобы каждое сердце, кто слушает Слово Твое сегодня, могли воздать Тебе хвалу и славу, поблагодарить Тебя за то, что Ты воскрес, что Ты не остался в гробе, что Ты, Господь, дарующий жизнь. Мы славим Тебя, поклоняемся Тебе и благодарим за все. Спасителя и Бога нашего. Аминь. Весны животворящей дыхание везде, и в ручейке звенящем, и в робком стебельке, то чудо обновления в душе я нахожу, святому воскресенью с природой им пою, святому. Мы силою Господней пробудем.
Слыхали? Камень отвален, камень отвален. Тот Иисус, что безвинный недавно был пригвожден, как разбойник, на крест. Утром, на третьи сутки, нежданно, кто бы подумал, из мертвых воскрес. И навсегда и страдания, и муки в мире оставил, как странник суму. Смерть опустила холодные руки и не протянет их больше к нему. Гробу не нужно идти, опоздали, камень отвален, камень отвален. Верой на месте берите спасение. Лучшими сделаться бросьте мечту. В этом ошибка — искать исправление, а уж затем отдаваться Христу. И благовония, и добрые масти телу страдальца уже ни к чему. Ими окажете мертвым участие, а не воскресшему в славе Христу. Дни дел закона давно миновали. Камень отвален, камень отвален. Хватит быть пищей тоске и тревогам и угнетаться в рабстве скорбей. Смерть пала ниц в ноги вечного Бога, и от стыда не опомнится ей. Бренное тело подвергнется тленью, но наша жизнь не закончится тем. Есть воскресение, есть воскресение. Не умирает душа во Христе. О, безутешные! Если б вы знали, что это значит, камень отвален. Аминь. Сила к могилам одержать мужа.
осуждали, кто камень сможет отвалить, чтобы у гроба все печали свои умершим унесли. Изможденное тело тьма гробницы сокрыла, жены плачут сердца из страха бья, но не в силах могила удержать Божье сына. Он расторгнул земля до смерть поправ, но камня нет, Иисус спаси. Воскрес и жизнь всем даровал. Христос теперь стал небожитель и нас к себе в любви призвал. Торжествуйте все люди, ведь гробница открыта. Сильно Спаситель наш восстал. Свет надежды сияет для погибшего мира. Он расторг узел ада, смерть поправ. Сияет для погибшего мира. Он расторг узы ада, смерть поправ. Он расторг узы ада, смерть поправ. Свершилось, костекают капли крови. Сын Божий на Голгофе был распят. Он умер, с ним надежды похоронят. Теснилось горе в любящих сердцах. Смерть лишилась власти.
власти безгрешного бессильно удержать. Христу вовек не смолкнет благодарность, и даже в скорби будет петь душа. Сердце будет биться, все ближе неизбежная черта. Пробуждение от сна, благодатная
На праздник Пасхи обычно приходят много людей. У нас было полное собрание утром. Слава Богу, у нас полный зал сегодня. На праздник Пасхи иногда приходят люди, которые никогда в другое время не приходят. Если вы сегодня здесь, мы хотим вам сказать, что мы рады тому, что вы на празднике Пасхи. Но вера воскресшего Иисуса Христа – это не только то, что мы пришли на собрание на праздник Пасхи. Мы верим в воскресшего, потому что Он живой каждый день. У нас каждое воскресенье мы проповедуем Иисуса Христа. Вера воскресшего Христа – это означает, каждый день мы замечаем, что Он с нами. Он помогает, Он благословляет. Мы Ему поклоняемся, мы Ему служим. Вот что значит вера воскресшего. Поэтому сегодняшний праздник должно быть только отражение нашей веры ежедневной. Он с нами каждый день. Давайте мы сейчас все встанем и все вместе споем общим пением «Спаситель мой живет». И во время пения у нас также будет материальное служение. Чистое, и сегодня
Рубина чист, голубой небосвод. Сотворил мне сердце такое же чистое, чистое. Пусть всегда в нем твой образ смиренный и кроткий живет. С новым чувством восторга я верю в твое воскресение. Всюду чувствую жизнь. Восхищаясь прекрасной весной, и душе у меня благодарность и благоволение есть, и святое желание колени склонить пред тобой с новым чувством восторга. Я верю в твое воскресение, всюду чувствую жизнь. Восхищаясь прекрасной весной, и в душе у меня благодарность и благоволение, и святое желание колени склонить пред тобой.
светлым воскресенья, душа спасенная полна. Христом подарено спасение, и смерть навек побеждена. Не устоит неверие стужа перед божественным. Христу поем хвалы псалом, сиянием светлым воскресенья, душа спасенная полна. Христом подарено спасение, и смерть навек побеждена. Душа спасенная полна. Христом подарено спасение, и смерть навек побеждена. Воскрес и возникло смятение среди тех, кто Христа сторожил, потому что такого явления не видал ни один сторожил. Он воскрес, и его воскресенье принесло нам и радость, и свет. Да звучит в городах и в селениях, и сегодня пасхальный привет. И часы предрассветные темные, когда делалась ставка на ложь, перемены свершились огромные, Бог явил свою правду и мощь. Он воскрес, и его воскресенье принесло нам и радость, и свет. Да звучит в городах и в селениях, и сегодня пасхальный привет. Сколько раз того часа приказано с применением наград и угроз, а воскресшим молчать, но доказано этим самым, что жив наш Христос. Он воскрес, и его воскресенье принесло нам и радость, и свет. Да звучит в городах и селениях, и сегодня пасхальный привет. Он воскрес! Он воскрес, и его воскресенье принесло нам и радость, и свет. Да звучит в городах и в селениях, и сегодня пасхальный привет. Он воскрес, жив Христос.
братья и сестры, я всех приветствую, поздравляю с этим праздником Пасхи, Светлого Христового Воскресения, с той благодатью, которая нам в нем открылась. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Вспоминаю порядка 30 лет назад, когда мы еще молодежным хором в Нарве проводили служение на Пасху в одном из домов культуры. У нас был брат, который должен был рассказывать стих, который начинался со слов «Христос воскрес». Я думаю, вы догадались уже о том, что произошло. Он три раза его пытался начинать, и три раза люди, сидящие в зале, поднимались и отвечали «Воистину воскрес». Он уже покраснел, поворачивается к нашему регенту. Константин Адамов был у нас регентом. И начиная четвертый раз свое стихотворение словами «Христос воскрес», люди снова на подъем. И Константин, брат наш, кричит: «Сидите, сидите, это стих». И знаете, настолько уже вот этот ответ «Воистину воскрес», он заложен в нас. Это уже до автоматизма, на уровне рефлексов. Но, братья и сестры, что мне дает право на фразу «Христос воскрес» мне лично ответить «Воистину воскрес»? Что мне дает право? Вера в Господа. Да, это так. Но еще моя жизнь воскресения. Подтвердить и сказать «Воистину Христос воскрес» может человек, который живет жизнью воскресшего, в котором ее видно, в котором она проявляется, это дает нам право отвечать «Воистину воскрес». Мы вместе с вами будем читать Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 по 9 стихи. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распятую и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Братья и сестры, воскресное утро около 2000 лет назад, оно отличалось от нашего. В то утро не было улыбок, толпа людей не спешила на собрание, не было возгласов «Христос воскрес, воистину воскрес». Первосвященники не встречали группу женщин у гроба с приветствиями. Да и сами женщины, которые шли туда, не было у них радости, не было улыбки. Они понимали, что они идут к гробу, где лежит мертвое тело. Нечему было радоваться. И после событий четверга, после событий пятницы, после распятия, после смерти, после всего того, что произошло, казалось, что все разрушено и перечеркнуто. Они ведь действительно поверили в Него. Поверили, что Он Мессия, поверили в то, что Он Сын Божий, в то, что Он Спаситель. И тоже было много вопросов. И Писание говорит, что атмосфера и их настроение, оно было наполнено страхом и недоумением. Может, даже какого-то нежелания осознавать эту реальность. Уже было сказано первым братом, что нечто подобное можно наблюдать на похоронах, особенно когда присутствуют люди неверующие. Такое тоже можно наблюдать, когда люди возвращаются на кладбище в поисках ответов на те вопросы, которые их беспокоят. Но знаете, на кладбище нет живых, и вы не найдете там ответов. И вот эти женщины идут ко гробу, совершенно забыв о том, что Господь уже ответил на их вопросы. Они забыли о том, что Господь уже назначил им встречу. Они забыли о том, что Он есть Бог не мертвых, но живых. И вот когда они идут, может быть, такое вот гнетущее
молчание, мертвая тишина, только изредка нарушается вопросом одной из них: «А кто отвалит нам камень?» Они продолжают идти. И знаете, вот эту тишину нарушили, и причем совсем не люди. Буквально 3 месяца назад мы с вами вспоминали Рождество, и мы много и много слышали и проповедей, и стихов о том, что ангелы возвестили радостную весть, когда Христос пришел на эту землю. В это пасхальное утро ангелы, в отличие от многих людей, тоже были заняты делом. Они тоже возвестили нечто. Кстати, буквально через короткое время мы, когда будем с вами отмечать праздник Вознесения, там тоже ангелы что-то сказали. Но это отдельный праздник и отдельная тема. Я хотел бы, чтобы мы еще раз послушали, что сказали Божьи вестники в это пасхальное утро. «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков, грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть». Какое короткое слово! Какое короткое слово! Но как много оно в себе несет! Братья и сестры, вам приходилось когда-нибудь искать что-нибудь или кого-нибудь не в том месте? Приходилось, да? Думаю, каждому из нас приходилось. Вот. И какой был результат? После многих поисков, расстройств и так далее, может быть, обвинений, что жена или дети не туда положили, мы, в принципе, так ничего и не нашли. Вот. И здесь нечто подобная история, кстати, с Христом произошла, когда ему 12 лет было, да? Тоже потеряли, и родители его начинают искать. И опять же, не в том месте. Ищут сначала между родственников здесь, между друзей. Приходят по всему Иерусалиму, ищут, городу ходят. Вот. А потом в храм приходят. Через 3 дня приходят в храм, говорят: «О, а он там находится». И он ему говорит, что вы как бы меня не там искали, вы должны меня были искать там, что принадлежит отцу моему. История блудного сына, она тоже показывает нечто похожее. Он не там искал счастье. Он не там искал друзей, не там искал удовлетворения или какой-то полноты жизни. Он хотел, как ему казалось, жить полной, полноценной жизнью, но он сделал это среди людей, которые были мертвы для Бога. И общаясь с такими, и погружаясь все далее и далее, он сам стал мертвым. Когда он осознал это и пришел в себя, понял, что нужно возвратиться, и мы читаем о том, что отец говорит, что «сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Для того, чтобы поиск оказался успешным, нужно искать в правильном месте. И вот ключевой вопрос, который ангелы задают женщинам: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Он как бы еще раз говорит им: «Вы не туда пришли, вы находитесь не в том месте, здесь нет никого, и здесь вы не найдете Иисуса». Здесь царство мертвых, здесь нет живых. А Иисус Христос воскрес, Он живой. Мы читаем о том, что Он победил смерть и ад, Он дарует и нам спасение через Свое воскресение, как апостол Павел описал в 1 послании к Коринфянам, 15 главе, 22 стих: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И далее, продолжая развивая эту мысль, уже в 45 стихе ниже он пишет, так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, последний Адам есть дух животворящий». Это то, что не просто дает жизнь, это то, что позволяет жить жизнью воскресения. О чем к нам сегодня, братья и сестры, ко мне и к тебе, говорит вот эта ангельская весть о воскресении Иисуса Христа? К чему она меня призывает? Какое мне оно дает наставление, особенно для тех, кто, может быть, сейчас находится в печали, в горе, в унынии, переживает трудные обстоятельства, переживает войну, трагедии, теряет надежду, теряет веру,
теряет упование, когда кажется, что уже бессмысленны молитвы, ведь столько лет, может быть, мы уже молимся, что-то пытаясь получить у Господа, Он молчит и кажется где-то далеко и неприступен. Когда кажется, что жизнь наша, она никуда не двигается, мы крутимся, как белка в колесе. У нас как-то благозвучно в нашем языке это обозначили, по-английски более жестко обозначено «rat race». А у нас благозвучные животные добавили в этом. И когда вот такая жизнь проходит, и кажется, Господи, ну а где же жизнь воскресения? А где жизнь воскресения? Приходя сюда на собрание пасхальное, слыша «Христос воскрес», от сердца ли мы улыбаемся и говорим «воистину воскрес»? Да, это так. Итак, первый урок, который дают нам ангелы из своей вести – «Не ищите Христа там, где Его нет». Что вы ищете живого между мертвыми? И в сегодняшний день я также хочу обратиться к тем, которые еще в поисках Бога. Я понимаю, что таких здесь меньшинство, которые в поисках смысла жизни, в поисках внутреннего мира, в поисках того, что убивает страх, неопределенность, те, которые в поисках будущего. Слыша слово о воскресении Христа сегодня, вы уже ищете в правильном месте. Вы уже на правильном пути. Ищите Христа, где можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Я бы просто хотел вам сегодня обратиться и сказать, будьте внимательны, когда и в этом служении Господь говорит к вам. И помните о том, что вы в любой момент можете обратиться к Нему. Для этого не нужно ждать заключения собрания, заключения проповеди. В любой момент вы можете пройти сюда вперед, и братья будут с вами молиться, когда вы обратитесь в молитве покаяния, и Бог вам даст спасение, Бог вам даст радость, надежду и новую семью в лице детей Божьих по местной церкви. Я не могу обещать вам легкой жизни после покаяния, и не имею права. Однако Господь через свое слово дает мне право гарантировать вам то, что Бог будет с вами всегда, будет заботиться о вас. Поэтому да благословит Господь тех, кто еще не спасенный в этом важном решении его принятия. Первая истина – не ищите Христа, где Его нет. Иисус как-то обратился к человеку, который хотел идти за Ним, но его беспокоили житейские заботы. Он ему говорит, иди за Мной, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И действительно, мы живыми становимся только тогда, когда мы за Христом идем, когда мы со Христом. Апостол Павел так и говорил, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Вот где начинается наша жизнь. Она начинается после принятия жертвы Иисуса на Голгофе, после того, как мы поверим в Его воскресение. А без воскресшего Иисуса все напрасно. Без воскресшего Христа – это поиск живого между мертвыми. Это важная истина и важный момент, который мы должны понимать, потому что без воскресения бессмысленны наши собрания, и христианство никому тогда не нужно. Потому апостол Павел, говоря о важности веры в воскресение, о важности самого понимания воскресения Христа, он говорит следующие слова. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Но дальше он делает утверждение и говорит, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И мы благодарим Господа нашего за это воскресение, за смерть, за то, что Он не остался во гробе. Знаете, один проповедник как-то сказал такую фразу, она мне понравилась, что воскресение Иисуса Христа – это было аминь Бога Отца на слова Иисуса «совершилось». Когда Христос, находясь на Голгофском кресте, сказал «совершилось», и потом Он умер, то Бог Отец, соглашаясь с тем, что действительно это все совершилось,
Он воскрешает его из мертвых и ставит точку. И ад побежден. И теперь у нас есть надежда на жизнь с Иисусом, на жизнь воскресения. Однако это еще означает, это же истина, это слово ангела означает, что после покаяния мы не должны быть там, где нет Христа. Братья и сестры, задайте себе вопрос, а где меня не должно быть после воскресения? Апостол Павел учит нас важности освящения, учит важности быть во Христе, учит важности не возвращаться туда, откуда Господь нас вырвал, не быть там, где Его нет, не обманывать самих себя и оправдывать свои плотские поступки тем, что мы еще все со Христом. Тот же апостол Павел в послании к римлянам говорит о важности этого. Он говорит, что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? И сам отвечает, никак. Он говорит о том, мы умерли для греха, а как же нам жить в нем? Он говорит о том, что мы почитали себя мертвыми для греха. Не ищите живого между мертвыми. Не ищите духовного среди плотского. Не ищите святости между развратом. Не ищите свободы во Христе среди рабства греха. Это первый урок ангельской вести. Второе, о чем ангел им напомнил, он сказал, помните его слова, помните Евангелие, вспомните, что он говорил вам. Как много было сказано Иисусом Христом за эти 3,5 года, находясь на земле, но все уместилось буквально в несколько слов. Когда апостол Павел, подводя итог и говоря о том, что такое Евангелие, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Он тоже что-то напоминал всем нам. И он, я уже не буду читать этот отрывок, это первое послание к Коринфянам, 15 глава, первые 8 стихов, но суммируя все, он говорит о том, что он умер за грехи наши, он был погребен, он воскрес, и он явился людям. Дальше перечисляется, кому он явился. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что слово «явился», которое используется в данном тексте, это то же самое слово, которое у нас переведено в Нагорной проповеди как «узрят», «увидят», «чистый сердцем Бога узрят». И речь идет, когда мы говорим, и когда апостол Павел говорит о том, что Христос являлся тем, речь идет о принятии Бога, речь идет об исповедании. Речь идет о том, что эти люди, которым он явился, они жизнь свою поменяли. О том, что они поверили, что он воскрес, что он Мессия, что он Сын Божий. Речь идет о присутствии Бога в нашей жизни. Братья и сестры, помним ли мы это простое Евангелие? Помним ли мы? Видна ли жизнь воскресшего Иисуса Христа в нас? Знаете, помнить слова или помнить Евангелие, которое он возвестил нам, это не просто вызубрить тексты Писания и иметь способность их воспроизводить. Это хорошо и на своем месте, однако помнить его слова или помнить Евангелие, это означает демонстрировать воскресение Иисуса Христа в нашей жизни. Это наши слова, это наши дела, это мысли, ценности, мечты. И если этого нету, то это просто поиск живого между мертвыми. И он ни к чему не приведет. Итак, женщины услышали слова ангела. Они услышали этот простой призыв, два таких обращения. Что они делают? К чему их это побудило? И знаете, что удивительно, это не просто их ободрило, они друг друга обняли, развернулись и пошли по домам. Совершенно не такая реакция, как некогда у тех прокаженных, которые увидели там много богатства, а потом они тоже говорят, не то, говорит, мы делаем. Эти женщины как-то сразу восприняли вот эту весть, и она побудила их возвещать другим. Они возвращаются, мы читали об этом в тексте, идут к ученикам, и они после того, как поняли о том, что не нужно искать живого между мертвыми, когда вспомнили Евангелие, они говорят эту весть ученикам, они приносят им ободрение. Это то, что делает весть воскресения.
это то, что мы должны делать с вами, если мы нашли воскресшего Христа, делиться этой вестью, возвещать другим. Замечательный псалом поем, я тоже не буду его зачитывать, несколько строчек. «Пусть ваша душа не тоскует, Христос ведь из мертвых воскрес. Забудем все скорби, лишения, и в песне сольем голоса, чтоб детям тоски и сомнения на землю сошли небеса. Пусть громче и дальше несется наш голос в лазурную даль, и с песни природы сольется, рассеяв туманов печаль». Замечательный псалом – это то, что приносит нам весть воскресения. Братья и сестры, пусть нас не расстраивает то, что люди, может быть, будут ее не принимать. Апостол Павел как-то говорил, проповедовал о воскресении из мертвых. Читаем в Деяниях 17 главе. И знаете, три реакции было. Первое. Одни насмехались. Вторая. Они тоже не верили, но были более вежливыми. И поэтому написано, об этом послушаем тебя в другое время. Это вторая реакция была. Но мы читаем немножко ниже, в той же главе, в 34 стихе, говорится, а некоторые уверовали. Поэтому утешайтесь тем, что Господь будет делать свое дело. Даже если люди, может быть, вначале как-то в насмешку обратили, некоторые говорят, ну, давай в следующий раз поговорим, некоторые уверуют. А те, которые нет, по крайней мере, они услышали слово свидетельства. Братья и сестры, мы с вами посмотрели на ангельскую весть о воскресении. Не ищите живого между мертвыми. Вспомните Евангелие. Увидели, какой должен быть правильный ответ на это. Идти, возвестить другим, принести ободрение. Но в этой вести ангельской есть еще одна важная истина. Пасха – это путь от гроба к воскресению. Это переход от смерти к жизни, от греха к святости. Без воскресшего Христа только гробница есть. А со Христом есть и воскресение, и жизнь, и надежда. Потому и люди, которые, может быть, так вот как-то относятся к церкви, к верующим равнодушно, все равно стремятся на праздник Пасхи побыть в собрании. Почему? Потому что где-то все равно живет эта мысль, что когда-то умрем, смерть, она все равно ведь придет. Как Василий Павлович говорил, жена Брежнева пыталась его перекрестить, а вдруг все-таки жизнь есть. Так и люди, приходя, может быть, раз в год на собрание, на Пасху, надеются, что вот как-то вот эта жизнь после смерти станет доступной и для них. Однако для этого нужно нечто большее, чем посещение собрания раз в год от гроба к воскресению. Мы должны ободрять друг друга этой надеждой. Писание говорит, что мы как бы носим даже иногда, всегда в теле свою мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Еще один псалом я вспомнил. «Воскресение значит нету ночи, и не нужно темноты бояться». Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Этот гимн был написан о том первом воскресении, которое ждет всех святых. Однако, братья и сестры, я хочу все-таки говорить о том, что мы должны уже сейчас, если мы живем жизнью воскресения, если мы не ищем живого среди мертвых, мы уже сейчас, живя здесь, можем видеть прекрасное. Можем находить тому, чему нам нужно удивляться. Псалом поем, всегда удивляться я должен уже здесь, на земле. А насколько радость наша будет полнее, когда мы друг друга увидим в вечности. Мы с вами будем молиться сейчас. Я хотел, чтобы мы в этот день радовались о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Радовались тому, что через это воскресение Он победил тьму и смерть уже на земле. Мы иногда с вами можем думать, ну, это вечности. Мы как бы живем вечностью, это хорошо, но уже здесь на земле тьма рассеялась. Уже здесь на земле, несмотря на горы, на горе, трагедии, ужасы, войны и смерть, Он дает нам утешение, Он дает нам радость, Он дает нам надежду. Да благословит нас Господь, каждого из здесь находящихся,
не искать живого между мертвыми. Да благословит Он нас, чтобы жизнь Иисусова, жизнь воскресения, всегда была в нас, чтобы мы всегда могли с улыбкой сказать: «Воистину воскрес!» Потому что мы действительно верим в это, и Христос нас живет, и Он ведет нас по жизни. Слава Ему за это! Аминь! Помолимся. Отец наш Небесный, в этот воскресный день благодарим Тебя за то, что Ты Господь наш, за то, что Ты так сильно возлюбил всех нас, грешников, что послал Сына Своего. Но мы благодарим Тебя за то, что Ты воскресил Его, Господи, за то, что Он не остался во гробе, и Ты доставил спасение каждому из нас. В этот час мы особенно просим Тебя за тех наших братьев и сестер, наших родственников, знакомых, друзей, за людей по всему лицу земли, которые еще не знают Тебя как Спасителя Своего, чтобы Ты продолжал стучать в их сердца и работать Духом Твоим Святым, потому что Ты сам говоришь, что Ты не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию истины. В этот час мы просим Тебя за них, Господи. А нас, спасенных, помоги, Господи, радоваться, помоги жить жизнью воскресения, помоги, Господи, быть добрым примером и действительно отражать Тебя, Господа нашего, общаясь с людьми, совершая наше земное странствование, наш труд, там, где мы находимся. Благодарим Тебя за возможность быть в доме молитвы, Господи. Сердце наше радуется, слыша все эти песнопения, видя, Господи, братьев и сестер, желающих прославлять имя Твое. За все Тебя благодарим и славим Господа нашего. Аминь. Мы сейчас будем петь общим пением. В это время дежурные уберут стулья в вестибюле. Но хочу также сказать, что во время этого пения это время принятия решения. Всякий раз, когда мы в Доме Божьем, когда мы слышим Слово Божие, нам нужно принимать решение. Каково будет наше решение в отношении того, что мы услышали? Может быть, кому-то нужно покаяться. Если вы желаете покаяться, есть возможность здесь, сейчас, в этом собрании покаяться. Но, может быть, кому-то нужно внутреннее решение принять пред Богом. Я хочу служить Ему, я хочу быть более верным, я хочу больше посвятить жизни и времени для Господа. Он воскрес, Он живой, Он сегодня с нами. Примите это решение сейчас, вот на этом празднике Пасхи, когда мы будем петь вместе. Пусть это будет внутренний ваш ответ на ту весть, которую мы услышали. Давайте мы все вместе встанем и споем еще пением «Наш Господь Христос воскрес». Thank you.
Господь наш, мы благодарны Тебе за этот день воскресный, особый день праздника Твоего светлого воскресения. Мы благодарим Тебя за эту истину, которую мы слышали. Мы радуемся тому, что Ты победитель. И мы радуемся, что в Тебе и наша победа. И мы знаем, что однажды всякий верующий в Тебя, если и умрет, оживет. И мы будем вечности радоваться, поклоняться и служить Тебе. Господи, благослови нас и помоги проводить эту жизнь достойно, живя для Тебя по Слову Твоему, повинуясь Тебе и поклоняясь. Будь, Господь, с нами и дальше. Это трудное последнее время, так много переживаний, скорбей, боли. Господь, но Ты с нами, Ты посылаешь свое утешение, Ты направляешь наш путь, Ты даешь нам ясность познания воли Твоей. Мы поклоняемся Тебе, прославляем Тебя и благодарим за Твои милости. Слава Тебе за все, наш Господь. С миром Твоим распусти всех нас, а мы прославляем Тебя, Господа и Спасителя нашего. Аминь. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Господу!